Добрый вечер, дорогие друзья. Кыргызское общественное телевидение начинает трансляцию чемпионата Кыргызской республики по греко-римской борьбе 2012 года. И вот первая финальная пара. Мастера спорта международного класса Арсен Иралиев в красном трико и Ханабек Джолчубеков в синем трико. Вот они, два наших молодых мастера-международника будут оспаривать звание чемпиона Кыргызстана весовой категории 55 килограммов. Арваңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи канал сиздердин назарыңыздарга грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионатынын финалдык таймаштарын көрүүгө чакырат. Азыр сиздер көрүп тургандай салган жерден эле эң жеңил эсептелген 55 килограмм чембирдикте бири-бирине дээрлик шай келген учурда экөөсүнүн тең жылдызы көктө жанып баштаган. Тарак айтканда эки ак каптал төгөрөгү төп келген балбандарыбыз килем үстүндө акырек тиресе тармашмакчы. Ал эми Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда өзүңүздөр көргөндөй кенедей дагы бут коерго орун жок. Сиздер көрүп тургандай алып барып жаткан сиздер үчүн иштеп жаткан баяндамачылардын дагы кан дүргүп башка тээп жатканын дагы мен жашыра албаймын. Себеби бул жерде Кыргыз Республикасынын жөн гана финалдык таймаш эмес, дээрлик дүйнөлүк чемпионаттын финалы болуп жаткандай таасир калтырууда. Ошентип саналуу мүнөттөрдөн кийин 55 килограмм салмактык бөлүктө кайсыл балбаныбыз мыкты болуп чыга келет. Муну эми биз сиздер менен биргеликте көрүп алмакчыбыз. Ошондой эле бул финалдык таймаштын жеңүүчүсү Лондон Олимпиадасы үчүн болгон жолдомо берчү мелдештерде дагы өлкөбүз атынан намыска талашаарын дагы, намыска түшөрүн дагы айтып өтөбүз. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас представили финалистов весовой категории 55 килограммов. Это первые финалисты. Это Арсен Иралиев, чемпион Азии, выступающий в красном трико вот, на ваших экранах. И в синем трико Ханабек Джолчубеков. Несмотря на свою молодость, оба спортсмена очень именитые. Это наши ведущие мастера этого, в этом весе. И вот сейчас состоится принципиальный, упорный поединок за звание чемпиона Кыргызстана. Хотя главный тренер сборной команды национальной Кыргызстана по греко-римской борьбе Эмиль Алакулов возлагает надежды на обоих атлетов. И оба спортсмена будут биться за лицензию олимпийского турнира в Лондоне 2012 года. Оба им спортсменам дается шанс. И вот сейчас принципиальный поединок. Кто же из них станет чемпионом? Арсен Иралиев очень хорошо подготовился к этому сезону. Это то же самое можно сказать про Ханабека Джолчубекова. Ханабек Джолчубеков является чемпионом мира среди молодежи, серебряным призером азиатских игр в Гуанчжоу. А Арсен Иралиев чемпионом Азии стал. Это очень сложно в этой весовой категории добиться этого звания, потому что вольная борьба в азиатском регионе в маленьких весах очень сильно развита. Ну, давайте сейчас внимательно понаблюдаем и в душе поболеем за каждого из этих спортсменов, потому что это два наших кыргызских борца, которые будут представлять нашу национальную сборную республики на международной арене. Губайка Алтургандай, биринчи эки мүнөттүк эки балбаныбыз тең. Азыр эми абалды курчутпастан, адегенде коргонуудан күрөштү башташууда. Албетте, бул дээрлик бири-бирине тең келген балбандардын кармашында кенедей гана алешемдик көп нерсени чечип коерун экөөсү тең куп гана билишет. Ал эми жаш өзгөчөлүктөрү боюнча айта турган болсок, Арсен Иралиев 25 жашта, атаандашынан 3 жашка улуураак. Ошондуктан жаратылышы боюнча Арсен Иралиев бүгүнкү күндө күрөшө турган маалында десем дагы туура болот. Ал эми Калбек Жолчубеков жаштыгына карабастан ушул тапта дээрлик мүмкүн болгон эл аралык мелдештердин баарысында тең бай келүү орундары менен келгени көбүңүздөрдүн эсиңиздерде болуш керек. Азыр эми биринчи бөлүктүн 1,5 мүнөттүгү эч кандай бир
упай алып келуіні бербегендіктен емем, жоу бойынша қызыл түстегі гимчан балван партердің жоғыру жағынан 30 секунд ішінде ұқма жасуының аракетін көрмекчі. Салған жерден Арсен Иралиев қос қолдып атандасын белден қармоды жана аның қалған 20 секунд ішінде еміне айла көр алмақшы. Мұна ол ұқма үшін Айбек Ахматов ортодағы қалысы еш нерсе берген жоқ. Мұна ол аракет 2 ұпай менен баланарын біз жақсы білеміз. Ошентеп Арсен Иралиев бірінші 2 минут түкті. 2-0 есебінде астыға шығып отырады. Әлемі 6 секунд ішінде емінеге жетісері бұл еме Қалыбек Жолчубековқа ғана байланышты. Ну вы прекрасно видели, вот Арсен Иралиев сделал прекрасный прием и завоевал 2 победных балла в первом периоде. Вся сложность в этом поединке заключается в том, что оба спортсмена являются воспитанником одного тренера. Заслуженный тренер нашей страны Мейрамбека Ахметова. И эти спортсмены друг друга очень хорошо знают, но у них очень принципиальный поединок. Потому что они вот и в прошлом году на чемпионате республики жестко боролись. И сейчас вы видите, что тоже очень жестко борются. Прекрасно подготовлены спортсмены. И вот сегодня судья на ковре, судья международной категории Айбек Ахматов, был в затруднении немножечко, честно сказать. И вот прекрасный провел прием Арсен Иралиев и сделал прекрасный переворот накатом, завоевав 2 победных балла. И вот даже по окончании времени он сумел еще один провести прием, но он не засчитывается, поскольку время завершилось. И вот сейчас посмотрим. Во втором периоде Жолчубеков, он обладает серьезным характером, и его сейчас будет жестко бороться, жестко. Но и Арсен Иралиев тоже в этом не уступает своему сопернику. И сейчас мы увидим очень интересный поединок, очень интересный. Ова, бірінші 2 минут түкті, болғанда дағы партердегі алышуды Арсен Иралиев жолды болып, бірінші бөлікті өз пайдасына жаза алды. Емі екінші 2 минут түкті Қалыбек Жолчубековтың жидыке еш нәрсесі қалған жоқ. Андықтан далышул айығышқан мінездегі күрешті біз Қалыбек Жолчубеков тараптан күтіп алмақшыбыз. Анткенменен Арсен Иралиев байқадыңыздар ба, қорғонуда дағы бекем тұраларын жақындан көрсетіп өтуді. Әлеме азыр әме ортодо бұл әме екі балбандың ортосында кимиси жең үчі болып чықса Лондон олимпиадасын алып барчу жолдомо берчу турнирге катышу укугун ала алат. Жана екі балбаныбыз тең Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Майрамбек Ахметовтун тарбиялануучулары экенин дагы айтып өтсөк ашыктык кылбайт. Эми күрөштүн өзүнө келе турган болсок, Калбек Жолчубеков күтүлгөндөй эле жандуу аракеттерди көрүп баштады. Анткен менен Арсен Иралиев байкадыңыздар ба, каршылашын килемдин сыртына Алекис Аматтын ичинде сүрүп чыгаргандыгы үчүн бир упай алып, эми эсепти ишенимдүү түрдө баштап олтурат. Мына мындай тегереге шай келген балбандардын кармашында бир упай көп нерсенин чечип коёрун биз бөркүбүздө эле көрүшүбүз керек. Ну что ж, дорогие друзья, вот сейчас был такой момент, вы видели, что с самого начала второго периода Жолчубеков пытался провести прием, так и стремился там за, как говорится, захват сделать. Но Арсен Иралиев, он спокойно выдержал и понанес контрприем и вытащил своего соперника за пределы ковра, получив 2 балла. И вот сейчас во втором периоде он ведет 2 балла. Я напомню, что он первый период выиграл. И сейчас Жолчубекову идти на ва-банк. Он сейчас будет стремиться рисковать для того, чтобы выиграть хотя бы этот период, чтобы был счет 1-1. Но я думаю, что на этот чемпионат Арсен Иралиев подготовился более тщательно. И он сейчас спокойно идет контрборьбу. Не дает возможности завязать соперника и взять захват. Ну что ж, это приятно, когда в этом весе выступают 2 молодых, перспективных и талантливых борца. Эки балбандын айырмачылыгы туурасында айта турган болсо, Калыбек Жолчубековто кудай берген шык жөндөм болсо, Арсен Иралиевте жан аябастан акырына дейре күрөшчү кашкөй мүнөзү бар экенин белгилеп кетсем ашыктык кылбайт. Ал эми соңку көз ирмемдерде эсеп 2-0 Арсен Иралиевтин пайдасына жазылып калды. Бул эми жеке гана Арсендин эмес,
Еки балбанымыздың тең жеңіші десек тура болот, анткени ушундай гана тең күчтөгү атаандаштыктан улам эки балбаныбыз алмак салмак бири-биринин үстүнөн жеңишке ээ болуп келе жатышат. Ну что ж, давайте поздравим Арсена Ралиева с принципиальной победой и званием чемпиона Кыргызстана.